Обзор сеянцев ели двухлетки. Это двухлетка. Я вам ставлю однолетку. Вы сможете увидеть ее, посмотреть, какая однолетка, и понять, что это двухлетка. На сайте у нас заявлено 5-10 сантиметров. 5-10 сантиметров. Это ель голубая, колючая. Сеянцы. Ну, где-то побольше, где-то 5-10 сантиметров в основном. Считается не только наросшая хвоя, а то вы считаете, вот считается до 5 сантиметров, вот 5 сантиметров. Но у нее уже есть, если можете видеть, вот, вот здесь почка уже есть. А здесь вот вообще, к примеру, да, если взять. Две почки уже есть. Это двухлетка. Однолетние сеянцы, ну вот здесь вот вообще прекрасно видно. Здесь уже вторая почка идет, ну к концу сентября, я думаю, она уже окрепнет и будет довольно-таки хорошая. Здесь получается по 15 сантиметров. Ну, в общем, сеянцы морозостойкие. Сажал я их сажал при минус 5, и было все нормально. Как у вас будет, я не знаю, ребята. Вы меня постоянно спрашиваете, приживется она, не приживется. Я сказать за вас ничего не могу. Мы их выкапываем, пересаживаем в конце сентября. И довольно-таки успешно, уже не один год. Также идет отправка почтой с деком. Минимальный заказ на них 100 штук. На сайте у нас вы можете заказать их. Она еще подымется, ей еще расти месяц. С некоторых двухлетки, видите, есть хорошая почка. Ну, это уже она сантиметров, наверное. Ну да, 10 сантиметров. Вот. А если здесь взять, то вот здесь, к примеру, вот это, например, уже все 15, почти 15 сантиметров. Отправляется почта, отправляется транспортная компания СДЭК. Но чаще всего транспортная компания СДЭК, потому что она быстрее идет и быстрее доходит. Или МС почта.